Праздник не для всех. Так сегодня выглядят все школы края. По решению Роспотребнадзора на линейке 1 сентября могут присутствовать ученики только 1 и 11 классов. Всего же в этом году в регионе за парты сядут 280 тысяч школьников. Грустно так очень, что вот последнее 1 сентября в этой школе, вообще в школе, это очень грустно и очень трогательно. Особое внимание сегодня к первоклашкам рокового 2020 года. В регионе их 30 тысяч. Несмотря на пандемию, без праздника никого не оставили. Многие уже рвутся за парту, а вот ностальгии по детскому саду почти нет. Мне в тихом часе мешали спать. Так а здесь-то спать вообще не получится, не будет тихого часа? Я знаю. И что делать? На парте спать. Привет. Здрасте. Привет. Как тебя зовут? Артём. Артём, расскажи, в какой класс идёшь и почему? У тебя же какой-то необычный класс. Я иду в милиционерский. Первый класс. И я буду полицейским. Бандитов надо ловить там. Ехать на машине полицейской с мигалкой. А вот первоклассница Саша пошла по стопам старшей сестры. Та тоже учится в правоохранительном классе. Мы собирались неделю в первый класс, мы покупали форму, бантики выбирали самостоятельно с Сашей вместе. Забывается, конечно, и необычные условия нашей жизни. Ну, а остается только вот маска на мне. Это память о том, что останется и на фотографиях, память о том, что мы жили в такое сложное время в условиях пандемии. В условиях пандемии учебный год начинают и 50 тысяч студентов. Мы бы с удовольствием вам рассказали, как прошел день знаний в опорном вузе, но, боюсь, сейчас, как обычно, выйдет пресс-секретарь ГУ Дмитрий Марин, зачем-то вызовет полицию, и мы просто потеряем время. Возможно, кстати, там уже кто-то просит о помощи. А вот в техническом вузе в этом году набрали около 2000 первокурсников. От привычных мероприятий на 1 сентября здесь решили отказаться, чтобы линейка не превратилась в ковид-вечеринку. Почти за 80-летнюю историю политеха это самая странная линейка. Обычно здесь на сковородке собирается несколько тысяч студентов. В этом году у первокурсников линейка пройдет в камерном формате внутри самого вуза. Группы в разных аудиториях, всех по очереди поздравляют ректор и сам Ползунов. Кстати, по возможности в политехе будут проводить и дистанционные занятия, но уходить в онлайн никто не собирается. Занятия у нас будут проходить лабораторные, практические, семинарские занятия в обычном режиме. Студенты, естественно, в масках, преподаватели по возможности в маске, там, где невозможно без маски. В любом случае, для многих все это уже не так страшно, как уроки и пара онлайн. И сейчас для всех учебных заведений края есть одна цель – не уйти в дистант обратно. Успехов вам на ниве познания! Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.